Освободить нелегально занятую территорию обязали владельцев ярмарки на СРВ в Петропавловске. В арбитражный суд обратились представители городской администрации с тем, что здание торгового комплекса занимает часть земли, которая не принадлежит коммерсантам. Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда, площадь самовольного занятия составила почти 50 квадратных метров. Сначала мэрия направила руководству ярмарки предостережение, однако, получив в ответ игнор, чиновники пошли в суд. Накануне Фемида встала на сторону горадминистрации и обязала ООО «Ярмарка на СРВ» освободить территорию спорного земельного участка, демонтировав часть здания в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, рассказали в пресс-службе суда. Там напомнили, что в прошлом году судами были рассмотрены дела в отношении предпринимателей, которые торгуют у ярмарки. Речь идет о киосках «Шаурма, шашлык на углях», «Зоомагазин», «Аптека», «Гамбринус», «Разливные напитки», «Рыба, снеки», «Молочная продукция», «Заречная», «Хлебная лавка», «Три рыбки». Эти объекты размещены у ярмарки нелегально и должны быть демонтированы.